раз. Всем здравствуйте. До другой жизни. Всю ночь шел дождь, такой сильный, проливной. Лес влажный, сырой. В принципе, очень старые места. Недалеко река крупная. Даже дорогу вон слышно. А вот. Грунт пока золистый, ищем песок. Леса здесь старинные. Может быть, что-то и будет. Но пока первым сигналом у нас комары. Появляются 2 копейки 69-го года. Забираем. И из этой же ямки сейчас прозвонил. Кто-то звонит, что ли, ходил. 2 копейки 68-го еще годика. Ветер дует. Из деревьев льет, как будто дождь. Еще копеечка. Непонятно какого года. Сейчас посмотрю. 70 какой-то. Как одним местом чувствовали. Взяли с собой пакет. Сами понимаете. Пройти мимо. Грех. Лисичечки. Ух, они с картошечкой-то. Зашибенно заходят. Многие, кстати говоря, лисички не любят. Даже за грибы их не считают, даже не берут. Я не знаю, но мне нравится. Не прикольно. Рыженькие. Белые, конечно, вкуснее, вопросов нет. Белый я уже нашла. Один. Один пока. Ветер дует. Такое ощущение, что ливень. На. Деревья мокрые, сейчас уберем. Принято стратегическое решение переехать с того места, оставить его на осень. Очень высокая трава. Комары из-за этого. Глубина поиска, естественно, снижается, из-за нее ходить невозможно. Там 3 совета, и 2 ключа советских еще. Нашел, не снимал. Покажу. Где да они у меня тут? Во! 2 ключика. Вот, приехали на место, где в прошлом видео Сашка рубль нашел советский. Ну, будем здесь изучать. Здесь грунт очень классный. Что уж тут получится? Смотрите, сами не знаем. Идем прямо по дороге, чтобы свернуть налево в лес. Совет. Рамочник 49-го года. Сейчас покажу, найду солнышко. Вот. В шикарном сохране. Обалденный. Прикольные здесь места. Клюб сказал, идешь, землянику собираешь. Вон она. Ну, вон. Да, полно. Поле, как видите, да, заросшее. Мы его хотим либо ранней весной, либо поздней осенью смотреть, потому что здесь что-то будет. На другой стороне монастырь. Места прикольные. О, что-то звенит. Наплела охоты. Сейчас попробую сфокусироваться бы еще. Не хочет. Вот она, короче, висит. Ну, там... Плела вон. Ну да. 2,5 метра. Пока ничего. Ну не будем портить ее. Не будем сидеть. Как бы я... Сейчас. Не надо. Да мне надо оттяниться. Она убегает, зараза, от меня. Убегает. Ладно. Не буду. Пойду обойду. Время ближе к 9 утра. Становится уже жарко. Но мы пока еще держимся. Сейчас пройдем через низинку на ту сторону. Видите, сосенки. Пока шли через низинку. Нашли очередной советик. Игрушечка 37-го года. Сегодня, видимо, одни советы будут. Да мы тоже, в принципе, рады. Главное, на воздухе. Какие-то таблички на деревьях. Цифра 27. И куча мусора. Среди кучи мусора 10 копеек в квадрате.
63-го годика. Сохраним. Крутимся практически возле машины. Трешечка 31-го года. В офигенном таком. Каком-то такой у них интересный здесь, как патина такая. Вот и все. Короткие летние выходы. В общей сложности ходили мы три часа с небольшим. Едем домой. Народ какой-то полупьяный шастает. 9 утра, 23 градуса. Для нас это и жарит солнце даже в ельнике. Итог. 7 монет, раскладываться, естественно, не стали. Советы. Но совет в сохране. Будем продолжать исследовать данное место. Место старое, место интересное. Просто тяжело физически, чуть-чуть. Здесь старая дорога. Там чепужатник. А нет, вот. Там как раз в низине и травы-то нет. Ну, и тут... сосны. Вдоль оврага. Короче, едем домой. Следующий выход непонятно. Надо было, что-то я сегодня рассуждал, сейчас только что. Ну, а вот она, эта старая дорога. Да? В 2 часа ночи сегодня шастал в квартире, уже как белые ночи, то есть толком и темнее. Было ехать прям в 12 сюда и ходить до, вот как раз до 8, пока не жарко. Потому что редкие сосны, в принципе, это в таком еловом лесу, где там березовый, можно без глаз остаться. А тут запросто. Может быть, в следующий раз так и сделаем. С фонарями. Прикольно. Ладно, спасибо, что с нами погуляли. Всем здоровья. И пока. Мадам паркуется на стол, да? Да. Всем здоровья и пока.